За слишком большой традиционализм, вот правда, мне кажется, что он слишком традиционный и мало ищет авангардных интересных форм, и мало экспериментирует, и мало там о каких-то таких ярких прорывах, ну, вот за такую закостенелость. Да, кстати, примерно за то же самое, потому что иногда он удерживает очень важные традиционные ценности театральные, которые потерялись во многих других театральных школах. Самые большие, потому что на самом деле почти всегда настоящие прорывы происходят вот в таких группах безумцев, которые объединяются по какому-то принципу и потом выдают совершенно новую театральную действительность, реальность. Например, ну я не знаю, МХТ вначале был любительским театром Станиславского и Немировича, и почти все труппы основные западные, которые делают театральные прорывы, они тоже, конечно, были не государственные. Да, это серьезный момент, это тяжелое наследие СССР, когда, в принципе, драматургия развивалась очень слабенько, потому что существовал жесткий идеологический госзаказ на пьесы про Столяров, про Ленина в шалаше и так далее, и нормальная драматургия просто не развивалась. И поэтому, когда железный занавес пал, СССР пал, западная драматургия, которая все это время развивалась и создавала каждый год сотни прекрасных пьес, она просто смела с подмостков все, что здесь было. Просто смела. Рейкуни, не знаю, все эти Шмидты, огромное количество американских, французских, итальянских хороших пьес, они просто зачистили тут поле. И почти там лет 15 была пустота. И вот только сейчас появляется новое поколение белорусских авторов, которые медленно-медленно, трудно-трудно, но протискиваются на свои собственные сцены. А вот хочется, чтобы этот процесс был быстрее. Я теперь знаю абсолютно точно, что, например, хорошая пьеса не гарантирует хороший спектакль, а плохая пьеса всегда гарантирует плохой спектакль. Например, да, потому что я могу сравнивать одна и та же там, какая-то пьеса моя, я приезжаю и мне стыдно просто смотреть на то, что происходит, или я понимаю, что они попытались сделать даже лучше, чем я написал. Это первая история. Вторая история, которая, как мне кажется, крайне важна, это то, что в театре спектакли тоже имеют свою как бы продолжительность жизни, и очень страшно наблюдать их умирание. То есть вот у меня были спектакли, которые шли по 8-9 лет, и я просто видел вот эти последние годы, когда мне самому хотелось взять ружье и перестрелять всех на сцене. То есть вот театр – живое искусство, и оно живое и в хороших смыслах, и в плохих. И очень важно ему быстро обновляться, очень важно чувствовать, на каком этапе надо остановиться и сделать что-то новое. Это есть мой старт вообще. Это есть мое приобщение к искусству, есть мое как бы первое открытие для себя театра. И то, что оно получилось таким удачным, в итоге повлияло на всю остальную мою карьеру. И я знаю много людей, которые нашли себя в искусстве, в разных его видах, именно через любительский театр.